Самбисты 47-й Чебоксарской школы вошли в число лучших всероссийского марафона «Дни самбо в школах России». Они получили путевки в спортивные лагеря, где в мае пройдут всероссийские соревнования по самбо. С юными спортсменами встретилась наша съемочная группа. Перед началом разминки небольшой мастер-класс от тренера. Выполнение одного из боевых приемов лежа. В республиканской школе самбо кадеты 47-й Чебоксарской школы тренируются трижды в неделю. Интенсивная разминка – обязательное условие при занятиях самбо. После – отработка боевых приемов лежа и в стойке. Пятиклассники занимаются самбо чуть больше полугода и показывают хорошие результаты. Команда из 8 человек вошла в шестерку лучших всероссийского марафона. Ребята прошли 3 соревновательных этапа. Они были не очень сложными, но и не очень легкими. Там были веселые статы, в которых мы вместе участвовали, работали очень слаженно. Нам всем очень понравилось. Там еще у нас проходил урок мужества. Мы работали на компьютерах, рассказывали об истории самбо. Да, мы уже были готовы, то, что мы займем первое место. И мы были очень счастливы. Сейчас школьники активно готовятся к новым соревнованиям. Для меня это будут первые всероссийские соревнования. Я очень волнуюсь. Но я думаю, что наша команда займет первое место. И мы будем стремиться. В 47-й школе всероссийский проект «Самбо в школу» реализуется почти год. Ученики 5-8 классов учатся приемам самообороны под руководством опытных тренеров. Ребята развиваются всесторонне, ребята становятся более выносливыми. Проект действительно полезный, потому что мы видим уже результаты. Ребята выступают не только на республиканских соревнованиях, но и на всероссийском. Пока этот спортивный проект поддержали 4 столичные школы и 8 районных. И это только начало. Самбо в школу набирает обороты. Татьяна Леонтьева, Атнер Корсаков, Республика.